Друзья, всем привет, с вами Капанда. Сегодня играем в Tower Battles в Roblox. И я хочу затестить нового юнита эльфа. Я прошел ивент и мне дали эльфа. Я еще ни разу не играл. Давайте попробуем сначала 1 на 1, а потом, наверное, 3 на 3. Присоединяйтесь, кто-нибудь, забегайте в гости. Буду эльфом нахлобучивать. Кому-то сейчас прилетит от эльфа. Ага. Так, я, кстати, хочу попробовать одними эльфами. Давайте попробуем вообще одними эльфами затащить. Будем только фермами и эльфами тащить. Получится, не получится, не знаю. Я ими вообще ни разу не играл. Ну давайте, кто-нибудь, забегай. Не стесняйся, забегай. Этот чувак зашел, испугался и вышел. Давай, не боясь, забегай. Опять вышел. Нет, не вышел. Во, сильный чувак. У него тоже есть команда. О, с командосом будет тяжело. Давай. Бэдал Вьетнам. Какой-то. Или какая-то. Ну чё, полетели? Не, наверное, у меня не получится одними эльфами, потому что у него и командос есть, и фермы у него там есть. Это будет тяжко, будет тяжко. Так, здесь Cyber Quarters. Она вроде такая поизвилистая. Здорово, чувачела, как дела? Заяц попрягается. 5, 4, 3, 2, 1. Фу, ну чё, полетели. Так, ставим ферму. Сколько эльфа стоит? 400. Давайте поставим эльфа. Ой, у него такой радиус маленький. Поставим эльфа. Затестим эльфика. Такой с базукой стоит, чувачок. Так, 360 стоит еще апнуть его. Ну-ка, давайте глянем, как он нахлобучивает. Вот, бенч. По двоечке, да, снимает? Ну как, неплохо так относительно. Первую волну он быстро затащил. Так, быстро. Ставим ферму. И апаем ее за 250. Успеем. Оп, апнули. Ну что, вторую волну-то затащит он? Нормально, затащит. Давайте что, апнем его попробуем за 360. Rapid Reload, типа быстрее будет перезаряжать, наверное. Ага, быстрее стрелять стал чуть-чуть. Уа, нет, одними эльфами, наверное, будет тут тяжко. А у него что? О, у него и ферм там куча, и джипари. Нет, мы не затащим один. Точно не затащим. Так. Нужно подумать. Так, давайте поставим. Нет, наверное, тоже джипари надо поставить. Джипарики поставим. И сейчас будем копить на новую ферму. Так он неплохо, в принципе. Он недорогой, 400 всего стоит. Еще если его проапать хорошо. Но чем хорошо, он в кучу стреляет. Давай. Ну-ка. Добьет? Не, не добил. Один остался. Один все-таки пробежал. Это какая была пятая волна? Значит, получается, один эльф может выдержать 4 волны. С четвертой волны он не добивает всего единичку. Примерно так. Ну, это зависит еще какая карта, какие изгибы. Но здесь он более-менее стоит, как бы. Вот, закрывает все. Хотя надо было вот сюда его пониже поставить, чтобы он здесь вот так вот закрывал. Вот этот уголок тоже. О-о-о-о-о, фермы позабыл ставить. Раз ферма. И два ферма, да? Все, две фермы поставили. Ну-ка, глянем, что там у соседа, как дела. У него, кстати, такие же юниты, по-моему, как у меня. У него тоже фермы, тоже джипы, и есть у него командосы. Поэтому будет тяжко тут с ним. Будем тогда хитрить, как-то пытаться его обыграть. Я не знаю. Ну, что-то надо будет делать. Так, а сколько ферм у него? У меня три фермы. У него две. Зато у него трое джипарей. Патрулей у него трое. У меня одни пока. Так, еще ставим ферму и апаем ее. Ну-ка. Ох, по невидимым он будет, нет, и стрелять. Так, и еще ферму поставим. Все, 5 ферм мне хватит, наверное, надеюсь. Так, можно еще попробовать апнуть. Чтобы он невидимых, наверное, видел, нет? Или что-то у меня наушники появляются.
Так, пока нормально у нас все. Вот эти толстые уже идут, они медленные, но у них по 16 жизней. Сколько их тут идет? 8-10 штук где-то примерно. Где-то 150 жизней, 160 у них в сумме. Не, они чем хорошо, они очень медленные и плотничком идут, поэтому эльфик нахлобучивает нормуль. Да, эльфик нормально нахлобучивает. Так, давайте его апнем еще. О, а потом подарки будут. Все нормально, эльф нахлобучивает. Так, апгрейдили ферму нашу. И теперь, наверное, еще джипарик один поставлю. Пора джипарик еще один поставить. Ну-ка глянем, как у соседа. Сосед, как дела у тебя? Так, у него трое джипарей также. И две фермы. Че, он фермы, что ли, апает? Или их апает? Так, они у него... Да, они у него уже с бампером. Они у него второго уровня с бампером. И причем все у него второго уровня, да? Жалко, я не могу посмотреть, пикнуть. Так, ну тоже неплохо, я тебе сказал. Я даже не знаю, кто тут затачит. А, босс идет! Так, а 1800 мне не хватит, да? Ну-ка, как по боссу он стреляет? 150. Ну-ка, поскольку он снимает? А, не достает. По 2. Он снимает всего по 2. О, нет, что-то не особо это сильно. Я не знаю, так это получается. Сколько у него? 100 жизней осталось. Это по 25, это 4 машины. Не, мы должны затащить. А, еще бы раз стрельнул. Сейчас останется 4 у него. Нет, 4 машины, это нормально, мы затащим. Угу, 1800 надо... О, есть 1800. Так, 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 быстро вот сюда ставим и апаем, апаем, апаем. Все, нормально, сейчас мы завалим босса и за 650 лобы, чтобы закрыть. Вот этот чуть-чуть уголок не хватает. Так, а у него как дела? Он поставил автоматчика, нет? Нет, он не поставил, не вижу. Тоже побежал ко мне смотреть. Тоже побежал ко мне смотреть. Так, ладно, у нас команда второго уровня. Сейчас надо 1100 ему. Скрытых мы можем видеть? Да, скрытых мы можем. Ага, апаем за 1100. Ага, нахлобучивают, пока нахлобучивают, пускай нахлобучивают. Так, я что-нибудь могу апгрейдить, ничего не смогу апнуть, ничего не смогу, или ферму апнуть. Так, нет, 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 не надо, даже не знаю. Или попробовать эльфа апнуть, посмотреть просто интересно. Но он по двоечке снимает, это очень мало. Это-то он, сколько вот он принес мне денег? Он всего 700 принес, а пулеметчик, команда уже... 700, а, 500, 500. Так, или же пари апнуть, нет. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, 2600. Нет, я, наверное, поставлю еще одного. Командоса вот сюда, да? Куда его поставить? Надо, чтобы он закрывал там по максимуму. И за 650 апаем его. Все, их два уже, а у него... Товарищ, как у тебя дела? Товарищ... Так, а у него... Ха-ха! Капец, что он нагородил? У него 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Он чисто одними джипарями решил тащить. Ну, кстати, я не знаю, может быть, у него что-то получится. И фермы у него уже хорошо прокачаны. Две фермы, но они прокачаны. Так, ну-ка, я возвращаюсь, возвращаюсь. Мне нужно тоже свои фермы папать-то. Ну-ка, давайте апнем фермы. Так. Так. Так, и еще не хватает. 49. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Есть, есть, есть. Все, еще ферма. И вот эту надо еще апнуть за 550. И пока хорош. О, боссы идут, два босяры. Сейчас будем смотреть, кто быстрее босса первого, нет, я или он. Так, вот так вот сверху сделаем. И... Так. У него босса 180, а у нашего... А, мы уже первого вольнули, что ли, босса? Ну-ка. Я запутался. Где босс? Все, мы второго вольнули. Все, мы двух боссов завалили, а он... А ты, товарищ. А у него они еще идут. А, он тоже одного босса вольнул.
Нет. Да. Все, он тоже двух боссов вальнул, но он позже, чем я завалил. Капец, он столько этих поставил, джипарей. Чувак прикалывается. Так, я могу, все, апну еще одну ферму. Все, у меня 5 ферм. Третьего уровня, нормуль. Они приносят по 200. 200 на 5000, каждую волну 1000 мне падает. Так, 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 что купить, что купить, что купить. Файзера нету, файзера нету. Угу. Так, наверное, я апну вот этого за 1100 сейчас. Или может ферму апнуть за 1000. Давайте ферму раз апнем и ферму два апнем. Все, пока нормуль. Так, это кто у нас, боссы идут? Сколько их здесь? Двое, да? Сейчас глянем, кто быстрее завалит боссов. Так, у меня вот этот третьего уровня и второго уровня. Два командоса. Ну-ка глянем, как у него дела. А он что, уже вальнул, что ли, боссов? Да не может быть. Как он так быстро их завалил? Он двух боссов завалил. У него машины, капец, нифига у него тачек. А-а-а, чувствую, нам хана придет. Так, 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 подождите, надо подумать. Так, нет, я вот эту апаю. Нет, вот этого надо еще апнуть. 1100. Все нормально. Поставить, наверное, еще одного командоса надо. Или проапать. Блин, не знаю. Либо командоса еще одного поставить. Либо взять третью патрули джипаря. А вообще, знаете, что сделал? Я, наверное, лучше апну фермы. Раз и два. Все. И теперь поставим еще одного командоса. И пытается лапнуть. Биток ему накачать. Ну-ка, битку. Битку будем качать. Битку, битку, битку. Давай. 650, 650, 650. Чуть-чуть осталось. По 1000, что ли, нет, они приносят ферму. Давай. Что-то медленно идет так. Денежка. 650 и хлобысь, 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 давай, давай. Все, 10 апнули. Так, а он что у него с боссами, как дела? Он вальнул их уже, капец, у него эти ферм 10, 11, 12, 13 штук, 13 джипарей. Они тут просто идут, они еще у него апгрейжены. Ну что-то он хитро. О, он еще и ферму уже до максимума апгрейдил. У него две фермы, но зато какие. Будет тяжко. Так, что у нас там идет? Босс 2, 1600. Этот по двоечке эльф. Эльфа мы протестировали, он снимает по двоечке. Не акти, конечно. Так, 1100. Блин, они у меня все, что ли? Нет, вот это вот две. Вот этот 1100, давай. Очки покупаем, покупаем. Все, есть очки. И так, все, они у меня оба третьего уровня. Все, оба. Прием они третьего уровня. Сейчас нужно на вторую шестисот волку накопить до 2600. На вот этому самому дальнему, да, я накоплю. У него больше всего он захватывает, наверное. Да, да, все, за 2600. Есть. Все, мы вальнули босса только сейчас, а у него... Где мы вальнули босса? Да, вальнули, а он вальнул. Босс... А, у него еще идет. Да? А, он тоже все завалил. Я чуть-чуть быстрее его завалил. Теперь у нас 18-я волна и куча боссяров тоже идет. Но первого уровня у них по 180 жизней. Так, 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 и так, и так, и так, и расколбаки. Что теперь копим? Ну что копить? Наверное, апнет. За 2600, да? Давай за 2600. Или тоже поставить побольше чипари. Я даже не знаю. 2600. И есть. И теперь уже на этого 2600 надо накопить. Все, мы всех вальнули, да, боссов? Все, мы всех вальнули, а у него... А у него еще идут. Да, у него еще идут. Нормально. Вроде бы пока тащим. Так, а фермы у нас все апнутые. До четвертого уровня все апнутые. Нет, я пока не буду их апать. 4000 шифта дорого. 2600. Где? Вот этого за 2600 апаем. И, наверное, давайте поставим. Даже пока не знаю.
Давайте еще пару джипарей поставим. У него дофига, я тоже хочу. Вот так раз. И сейчас они проедут маленько, и я поставлю еще одного. Все, вот так. Нормули. И ставим еще одного командоса. Эть, не влазит. Куда поставить-то его? Вот сюда. Нет, лучше, наверное, вот сюда, вот так. И апнем. Раз, два. За 2600 маленько не хватает. За 2600, блин. Что-то тяжко. За 2600 есть. Все, апнули. А у него как дела? У него боссы идут, а у нас боссы есть. Не, мы боссов мальнули уже. О, нифига себе, он до танка апнул. Где у него танки? Капец, он хорошо по теме. Даже не знаю, право слово и не знаю. Но танки, по-моему, 7800. 7800 стоит, чтобы танки апнуть. Тяжело. Тяжело. Ну а что делать? Надо подумать. Ёлы-палы, что делать? Восемь тысяч, да надо что-то апнуть. Что делать? Давайте апнем. Нет, или еще одного поставить. Нет, давайте вот этого будем апать на максимум. Все, за 8000 у нас он максимальный. О, шестиствольчик наклобучил и команда. Ну что, наверное, может поапать этих. За 300 они недорого стоят. Раз, два, три, четыре. Апнули, у них появились. Ну, новых сейчас появятся, новые выйдут машинки. Еще апнем их. Раз, два, три, четыре. Все, апнули джипарей наших до третьего уровня. А теперь... Наверное, вот этого апнем за 8000, да? Нет, вот этого. Да, вот этого. Давай. 8800, накопись. Что-то лагать аж начало. 8800 надо набрать. Ну-ка, у него как дела там? Блин, у него танки там уже двое апнутых. Он чисто решил этим. Смотрите, танк едет, плюс этот джип. Джип танки. 600 у него жизней танка. Нормально. Блин, может... за 8800 есть. То есть мы двоих апнули. Он решил, короче, идти этими. Да, он решил идти чисто джипарями, а я решил идти этими командосами, да? Будет жесть. Я чувствую, будет жарко. Вот теперь не знаю, кого копить. Давайте, может, одного купим этого, тоже джип, этого танка. Я хочу купить тоже одного танка, чтобы был 7800. Пускай мне тоже будет один танк. А то что-то я себя как-то ущербно чувствую. Давай, добирайся. Еще 1000 осталось. Осталось 600, есть. Оп, все, танк тоже есть. Танкуля как куля есть, пошел танк. Ну-ка, как у него дела? У него сколько? Двое танков. Нифига себе! У него раз, два, три, четыре, пять танков уже. Угу. Даже не знаю. Короче, танки против командосов будут. У меня только один танк. Ну что, ставим еще одного шестиствольщика. Ну-ка, сколько у нас приносит он? 7000 же принес. Это 4. Так, а танки принесли 500 пока. Ну, они потому что слабые, я их только поставил. Не, надо вот этого за 8800 еще накопить. Танки пускай прут. Вон он, танк поехал. 600 жизней у него, он будет еще на слабучку стрелять. Так. 8800 тысяч осталось и... ап. Есть, апнули, и боссяра... босса тоже завалили, ну-ка, все, мы затащили всю волну. А он еще не затащил, да? У него еще просто танки не доехали. Подожди, двое боссов, мы что, уже вальнули двое боссов, что ли? Да, у нас все пусто, смотрите, все пусто, зачищено у него. А у него еще идут. Значит, танки, наверное, типа слабее будут.
Фу. Нормально. Пока можно выдохнуть. И 8800 мы сейчас еще одного апнем до максималки. Давай, 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 8800. 8800, осталось чуть-чуть, 100. Ну, давай, доезжай. Бенчик. Все, взорвался, есть. Все, у нас 4 пулеметчика до максимального апнута. Я тут бедный, кстати, надо эльфа, кстати, протестировать. Сейчас эльфа, да, надо затестить за 1200. И потом за 6400. Мы же хотели эльфа. Видео-то у нас чему посвящено? Эльфу, а мы его забыли уже апать. Все, нормуль. Сейчас апнем эльфа за 6400. 5 уровня максимального будет он. Еще 1000. Еще 1000 надо набрать. Нюхал, нюхал, нюхал. Мы все затащили. У нас все чисто, а у него вон, все грязно. О, у него все грязно, а у него еще идут. Зато у него уже танков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И две фермы до максимально апнутые. Все нормально. Он с танками, может, меня еще и замнет. А может быть и нет. Не знаю, не знаю, честное слово. У меня-то фермы-то не апнуты до максимума. Так, все, апаем эльфа. И ферму одну. Не, не буду я уже фермы апать. Вот у нас Дед Мороз наш, эльф. Максимально уровня. У него все увеличился сильно. И поскольку он тебя сносит, а? Сейчас ты их увидишь. Они, наверное, даже до тебя не дойдут. Ладно, будем ставить еще одного пулеметчика. Что делать? И апать его максимально. И ставим еще одного. О, все, максимально проверсов у нас. 15 штук уже. 5 ферм, 5 пулеметчиков и 5 машинок должно быть. А, 4 машинки, джипаря и 1 эльф. Можешь продать его, да мне жалко. Пускай стоит. Пускай стоит, нахлобучивает, да? Так, за 8800 сейчас еще одного купим. Давай, давай, давай. Максимально, максимально. Живи, живи, живи. 8800 и... Чуть-чуть осталось. 1000. 1000 осталось. А, куча, сколько их идет. Бам, прям в кучу врезались. Это хорошо. Где у нас танк-то? Вперед, вон он танк. И 8800 осталось чуть-чуть. Давай, давай. Есть. Все, 5 уровня максимально. А кого мне сейчас? Я не могу уже никого купить. Осталось мне, наверное, апать этих. Либо я буду фермы, наверное, сейчас потихоньку продавать. Из-за этих ферм я не могу себе больше ставить. Да, я, наверное, сейчас как накоплю 8000, поставлю себе... О, нифига, он всех затащил. Смотрите, он все расчистил. Капец, вот это будет эпическая битва. Я не знаю, даже право слова я не знаю. Победим, не победим. Он тоже не хочет сдаваться, у нас 30-я волна уже. Сколько мы уже играем по времени? 23 минуты, нормуль. Так. Так, у меня будет 10 тысяч, я, наверное, продам. Нет, я, наверное, не буду ферму продавать, я, наверное, продам одну эту. Да, я продам одного джипаря. Да, я его продаю и ставлю... Я ставлю еще одного командоса, куда ставим. Ставим сюда и апаем его. Раз, два, три, четыре и 8800. Да. Или оставить джипарей. Нет, джипарей я буду продавать. Я вот эти танки одни оставлю. И буду максимально стараться брать пулеметчики. Команда сохнет. Так, мне не хватает. И... О, босс пошел 3200. Так, 2000. 1000, 1500. О, деньги побежали, огонь. И 8800 есть. Все, продаем еще одного. И ставим еще одного. Блин, куда поставить, куда поставить? Раз, раз, раз. О, не сюда, не зла. Есть, есть, есть. 2600 не хватает. 30. Припэй туда и написано. Готовься умереть. Мамочка, все страшно. Мамули караули. Вон он сколько наапал. Он чисто танками, короче. Он чисто танками тащит. Бэм, 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 бэм. Ну танки тоже неплохие, конечно. Я даже не знаю, кто тащит лучше. Танки или вот эти мои командосы. Ва! Боссы идут.
Так, 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 апаем, апаем, апаем. И 8800 типа осталось. Идут боссы. Третьего уровня, у них по 3000. Все. Сколько у меня их уже? 6-7 штук. Так, продаем еще одну. И ставим еще одного шестиствольщика. Куда, 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 куда? Вот сюда влезет, нет. Вот сюда. Давай, давай. Оп, 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 оп. И 8000. Ты куда собрался, товарищ? Чуть не пробежал. Не, этих мы пока продавать по нормуль. Сейчас уже фермы надо будет продавать, я чувствую. И 8800. Давай, 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 давай. Тебе осталось. Танк стреляй и танк врезайся. Бэйнчик. Есть, 8800 готово. Сейчас пройдет ферма. Уже вход. Буду продавать. 600! Ее стоит за 600 продать? Капец. Ну-ка, у него как дела? А он всех затащил, да? А кого он всех затащил? Вон у него проходят. Так, тихо, тихо, тихо. А мы у нас как дела? Мы всех затащили, да? Так, все, продаем ферму. И ставим еще пулеметчику. Сюда ставим, оставим. Вот. Сюда. Оп, влез. Давай, ап, 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 ап. Все. Быстро апнули и ставим еще одного. А, нету, нету, нету денег. Так, короче, продаем сейчас ферму. Ферму продаем и ставим еще одного. Блин, 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 куда поставить? Вот сюда давай. Ап, 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 ап. И за 8 тысяч сейчас еще апаем. Капец, вот это же скач. Не, мы смотрите, мы все зачистили. Не, почти все зачистили. 8800 есть. А у них... А у них проходят. Нет, у нас, смотрите. У нас все, один остался. А у него их куча. Ха-ха. Вот тебе и танки. Вот тебе и танки. Смотрите. Фу, блин, да это будет эпично, если мы затащим. Ай, пропадает. Быстро, быстро, надо что-то поставить. Боссы идут. Продаем еще ферму одну. И ставим шестиствольщика нашего. Куда, куда, куда? Вот сюда. Быстро, быстро, быстро. Есть еще. Все, готово. Не! Фу! Эльф! Мы затащили эльфом. Одним эльфом. Я хотел попробовать здесь одними эльфами затащить. Да это вообще просто unreal. Одними эльфами я бы точно не затащил. Ну, короче, танки. Танки танками, но команда сырулят. Я так понял. Ну, вообще все надо, все грамотно делать. Он, его ошибка была то, что он поставил всего две фермы. Надо было ему побольше, хотя бы 4-7. Good game. Спасибо, чувак. Весело, мне понравилось. Все, друзья. С вами был Капанда. Мы играли в Tower Battles, Tower Defense, он же в Roblox. Добавляйтесь в друзья ко мне, нажимайте следовать, вступайте в группу и, конечно же, подписывайтесь на канал. Фух, это было эпично. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.